Ган Рамирес. Амбреро смерти!
Яу, шеф, давай на полных барю дель Карео. Мой гринго фаворито, помнишь три грузовика, что ты вернул? Надо их послать в одно местечко, но дорога туда и ведет через территорию Вергирос. Иди к Марко, он тебе даст инструменты и скажет, что к чему. Вот он, эль омбре. Цезарь дает тебе важное задание, муй импортанте. Слушай сюда, встретишь грузовики на стоянке за городом. Погоди минуту. Моралес сказал, у тебя есть для меня инструменты. Ахес, вот, держи. Подарочек от Элвиса. Он у Моралеса главный по реквизиту. А, вот еще забыл сказать. Тебя тут дамочка спрашивала, что шофером у Цезаря. Ты с ней поосторожней, Мано. Островата она для Грингос. Да ну. Ну, я тоже не тупой. Опять ты, Эль Гринго Локо? Двигай. Вот у нас в городе принято мыться чаще, чем раз в полгода. А вот у нас в городе принято, чтобы у жены была мать не та же, что у тебя самого. Клёвый запах, мистер Педо. Крематорий! Грасиас, американо. Я гляжу, ты тут уже закончил. Возвращайся к Моралесу. Нос вемос! Рам, ну не спи. Ты хоть узнай, куда они едут.
чуть-чуть осталось.